А тюменцам сегодня показали самые настоящие реликвии. В областной столице открылась выставка «Золотное шитье Сибири». Экспозиция привезена из Иоанна Веденского женского монастыря. Примечательно, что все сделано своими руками. Представленные работы 19 века, а также сестры рассказали о возрождении старинного промысла в золотном шитье. Освоить технику могли все желающие, для них провели мастер-класс. Для нас большой подарок от города Тюмени, потому что мы имеем возможность представить какие-то исторические образцы, какие-то современные работы, наши творческие наработки. Кроме этого, мы представляем и вот работы нашей фарфоровой мастерской. То есть для нас вот эта вот выставка – это прекрасная возможность показать, чем и как живут современные монастыри. Добавим, что уникальная выставка будет работать 2 недели в галерее сувениров «Легенды Сибири». Посетить ее могут все желающие.